Доброе утро. Сегодня у нас ролик будет не рецепты, готовить мы ничего не будем, а посетим оптовый рынок Фудсити. Прикупим там что, посмотрим, что за цены. Мне нужен перец. В наших палатках он где-то рублей 70 от 70. Поглядим цены и на другие продукты. Оптовый рынок, все небольшие магазинчики здесь закупаются, лоточники и перепродают по более дорогим уже ценам на своих точках. Стоят фуры. Находится он в километре от МКАДа по Калужскому шоссе. Удобный подъезд, выезд. Это вот закрытые павильоны, а здесь все продажи идут с фур. И каждый, вот корнеплоды, каждый павильон, там есть и закрытые, и открытые. Овощи, фрукты. Этот закрытый павильон. Тут тоже все самое, но дороже. Здесь продается все с фур. Прямо фуру подгоняют. И идет бойкая торговля. То же самое. Сейчас пройдемся, посмотрим цены. Так. Взяли тележку. Какой цену ты идет? 90. 90? А что, малина? Махве? 1500 рублей. А? 1500, полтора. А сколько здесь килограмм? 6. 120 рублей на ток. Откуда че? Беларусь. Сладкий сок можно? Не-не, подожди. Не, на вино. Дороговато. Похуже, сейчас найдем мятую. Какую цену кизил? 120. Какую цену виноградик? Черный 90 рублей. Алло.
Какую цену? 110 рублей. Здесь ряды дороговатые. Какую цену? Молдова 60, Сабела 70, Кабарне и Мухтарь 90. Какую хотите? Сколько в ящике, да? 10 килограмм, да, бывает. В ящике 10, да, где-то? Да. Да, мне вот это вот, три ящика. 50 грамм, 3 грамм. 28 800 минус делаем кило, 1,5 кило и умножаем 60 рублей. 1650 я добавляю. Ну вот купили виноград по 60 рублей, кизил по 90. Сейчас пойдем купим перцы и помидоры астраханские. Зелень, зелень, зелень. Укропы. Все, что с зеленью связано. Там арбузы. Какую цену перцу? 38. А? 38. Сколько цены? 14, 13, 12, 12. Чей перец? Мой перец. Это хорошо. А чтоб был мой, он откуда? Это если был Волгоград. Волгоград? Да. Не червивый? Как? Не червивый? Червя нет? Нет. Вам с червями надо? Мне даже с мясом сразу, фаршированный. Ребят, тебе тогда на второй этаж, там это кафешка, туда надо. О чем? 38. Как узбекский. Это как узбекский. Цена? Ну, это лучше, чем узбекский. Да.
купили вот такой вот кизил по 90 рублей за килограмм. Перчик 36 рублей килограмм. Виноград, это молдавский, это армянский, как сказали. Для вина пойдет по 60 рублей. И помидоры по 80 рублей.